и о составе Валенсии. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Мы видим состав команды гостей. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Доллар. И о составе Валенсии. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Мы видим состав команды гостей. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Доллар. Серьезный спад у Валенсии случился в 2016 году, когда под руководством англичанина Гарри Невилла команда оказалась в зоне вылета. Правда, не на продолжительное время. Чуть позже Валенсии все-таки удалось поправить положение. Пришел Симоне Дзадзе, и игра более-менее наладилась. Команды начинают эту игру. Поехали! Арбитр дает свисток, Валенсия нарушила правила. Судья в этот раз проявила милосердие и обходится устным предупреждением. Однако можно не сомневаться, что любое последующее проявление грубости будет наказано карточкой. С мячом вперед он идет. Смотрит он, какие тут есть варианты. Очень вовремя защитник играет на вынос. Какой-то... Довольно много пространства сегодня гости дают сопернику. Играют от обороны. Эта команда вообще любит сесть поглубже в оборону. И такая тактика вполне может себя оправдать, если соперник не... Какой-то... Довольно много пространства сегодня гости дают сопернику. Играют от обороны. Эта команда вообще любит сесть поглубже в оборону.